нам остается увидеть выступление двух спортсменок, Сабины Залезаковой и Дениса Майват. Но напомню, что соревнования на сегодня не заканчиваются. Будут еще соревноваться групповички, в том числе, естественно, и белорусские. Поэтому нам есть за кого болеть и есть на кого смотреть. Но для начала давайте уже разберемся с индивидуальными состязаниями на сегодня. Завтра они продолжатся. Но уже с другими предметами, очень коварной ленточкой и булавами. Интересная ловля была в конце, но также здесь Сабина, еще была и потеря. Поэтому где-то прибыло, где-то убыло. Таковы законы гимнастики. Ошибки, напомню, что есть не очень дорогие. В 1/10, если это совсем какая-то мелочь, 0,3, 0,5, дается 0,7 сбавки, если приходится делать 1-2 шага при потере, минус балл, если больше 3 шагов, или если...